буду кормить сейчас голубей. Как резкость как бы что-то плохо наводится. У нас пасмурная погода такая здесь в Германии сейчас. И темно на улице. Ну, здесь, в принципе, все есть для яйцекладки. Да? Готовлю сейчас их к яйцекладке. Потому что, когда начнут нестись, чтобы у них было качественное яйцо. Скорлупа была не мягкая. Вот. Готовимся к весне. Здесь, значит, у меня вот такая вот кормушка. Вот она. Кормушка, где я храню, корм. Вот. Здесь у меня корм. Он всегда досыпается. Как бы здесь я беру его, и он у меня постоянно здесь сыпется. Вот он. Насыпаю. Беру и кормлю. Это... Сверху я его засыпаю здесь. Вот. Сюда залазит 7 мешков по 25 килограмм. Сейчас я им уже насыпал. Они уже поели, можно сказать. Сыплю я сперва витамин под низ. А наверх сыплю корм. Чтобы сперва они ели корм. А потом уже как бы витамин. Потому что если сразу дать им витамин, они потом как бы у них закоксовывается. Там кальк, как бы много калька. И поэтому им легче переваривать, если сперва корм, а потом уже они выбирают витамины. Там ракушки, песок, кальк. Вот. Сейчас они как бы уже поели. Не успел заснять, сильно близко приблизил. Белоглазый такой, светлый у него глаз, прям белый.
молоденький тоже или молоденькая, не знаю, кто это. Так, гнезда у меня сейчас все закрыты. Эти сидят на яйцах. Ну, я им подложил от кормилок яйца. Пусть сидят. Это молодые совсем. Ну, вот эта голубочка молодая. Пусть учится кормить. Поэтому я ей подложил. Еще не сезон, но я ей положил яйца от кормушек. Вот такие у меня, значит, отсеки. Ну, можно сказать, гнезда или как. Так они. Можно, значит, полностью закрыть, чтобы здесь голубь не садился. Это для паровки удобно. Значит, им тогда больше места, большое. И они могут здесь и есть. Можно и поилка, и кормушка влазит. Значит. А так они отодвигаются. Вот так вот. А гнезда у меня, значит, электрические. Вот, очень удобно. Как удобно. Но надо знать, как с ними пользоваться. Это старые-старые гнезда. Я у одного почтарятника их выкупил. Вот. Они сколько там? 0,07 ватт. Ну, можно сказать, они вообще почти ничего не берут. Вот. А которые сейчас новые выпускаются, они намного больше электричество используют. Ну и вот такие задвижки, как бы задвижки вот для чистки гнезда, как бы. Ну ты что тут ходишь? Сбил я его сейчас, упал. Вот красный сидит. Красный голубь, он страшный, правда, но он здесь просто так, как бы, если бы он на вид, он бы здесь бы, конечно, не сидел. Чисто поигровый. У этого красного, у него винтовая игра. Как бы и не красный, и не такой буроватый, буроватый цветом. Посередине у меня такая площадка здесь. Значит, она 3 метра длиной. Вот она. 3 метра длина. Вообще голубятня. 3 метра ширина. Чуть больше, чем 3 метра. И 5 метров длиной. Вот такая сетка у меня здесь лежит. Она на шарнирах. Вот шарниры. И очень удобно чистить. Здесь почти высота от пола до сетки почти 30 сантиметров. 27 сантиметров, по-моему, что-то такое. Ну, как бы вот так. Что еще рассказать? Значит, есть такие на вид разные. Есть и более-менее, есть и страшноватые. Как вот этот красный. Вот, ну он мне нужен.
Сейчас я как бы пескунов не положу. Вот. Кое-какие есть, пару штук, но в основном они сейчас отдыхают у меня. Хоть и гнезда, которые обогреваются, но все равно голуби должны отдыхать. На зиму должны голуби отдыхать. Вот. Порованные голуби, они здесь сидят, держат свое как бы гнездо. Это молоденький красный или молоденькая красная, я еще не знаю, кто это, голубочка, голубок. Не хочет показываться.